Автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, там романтики нет. Я не спорю, поверьте, но хотел бы спросить, вам когда-нибудь в рейды доводилось ходить? Вы считали недели до отлета домой? Вы когда-нибудь ели сухпаёк фронтовой? Не в туристских походах, не в лесу у костра, там беднее природа, да сильнее ветра. Там пылают пожары, и в жестоком бою громче всякой гитары сами скалы поют. Вам знакома усталость после трудного дня? Если это случалось, вы поймете меня. Да, романтики нет там, есть работа и кровь. Кто-то верил в победу, кто-то верил в любовь, кто-то знал, что вернется, да упал под огнем и струной отзовется наша память о нем. Не изучены свойства наших душ на войне. Кто-то бредил геройством, а мы пели про снег, про края, где родились, да про шелест берез и совсем не стыдились с пылью смешанных слез. Вам, неведавшим вроде, нет причины тужить, вы спокойно живете, нам уж так не прожить. Нам не выйти из боя, не вернуться назад и гитар не настроить на лирический тон. Боевые гитары, я вам песню пою. Да, гитара не пара, автомату в бою. Но поправ все законы, в этом мире скупом вы горели в колоннах заодно с игроком. Вас дырявили пули и осколки секли, грифы тонкие гнули, да сломать не смогли. И вдали от союза вы в руках у солдат доказали, что музы на войне не молчат. Автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, нетипичный дуэт. А я не думаю спорить, петь о том или не петь, мне гитару настроить надо к бою успеть. Спасибо. Это старые песни, вы их знаете все. Я просто... Он был здесь, помните, ему вручал Жуков медаль, да? Штор-33, Саша, вертолетчик. Он переехал в Россию. Тут у него мать, тут у него сестра, он сбежал. Уехал с Украины, полковник ВВС. Героический вертолетчик, полна грудь орденов. Но про него уже рассказывали. Он не смог приехать сегодня, потому что все занимается еще оформлением. Но он приедет обязательно, и книжка ему будет передана. И вот эта песня. У нас были друзья, но вертолетный полк, две эскадрильи, которые у нас, значит, да тоже мы жизнью обязаны. Потому что тогда, простите, ребята, 860-й полк в лице подполковника Рутюняна отказался за 10 километров топать ночью, в рассвете, если вдруг на нашу виллу нападение. Несмотря на то, что были партийные советники, комсомольские советники ХАДа, и сидела, все это захороняла оперативно-боевая группа наша
Каскад Бадахшан. И только, ну, а вот, если кто захотел бы уничтожить, гранатами закидали, никого нет. Тишина, ровно. А вертолетчики, вот побратим, когда Вадим, покойной памяти, Вадим, и который тоже покойный вместе с ним погиб. Камеско погиб, Белобалабанов, Виталька. Они сказали, хоть и выпили мы все там, у них сидели, я пожал, что спасать нас некому из чего. А он, ты помнишь, сказал, как-то сейчас поднимаем всех, нурсами вычесываем пароход вместе с этим городом и всеми остальными. Советников не берем, никого не берем, каскад вывозим. И лучших друзей не было. Были друзья и среди советников, конечно, много, и среди военных советников. Были друзья, которые навечно остались друзьями, даже они ушли из жизни. И в полку были друзья, и в разведках, там их много было, разведок, и все там как бы друг друга докладывали. Но это вот про разведчик, бой. Это они все живы были, вот чего, есть фотографии. Это новогодняя ночь, значит, с 31 на 1, с 31 декабря 82 на 1 января 84 мы праздновали в эскадрилии. Мы кого-то одного оставили, он, ну, там, командой командовать на вилле, потом присоединился, там, другой на замену. Мы здорово выпили там все. Было даже с кем потанцевать, там, продавщица из военторга опять, как чем чудом оказалось, погода ее задержала там. И песни пели, я писал ее, начал писать. Все были живы. Все еще были живы. И Вадим был жив. И Виталий Балабанов. Я не знал, что так уж. Я не думал, мы с ним думали, у него родился сын, и мы почти одновременно с моими, чуть помоложе, и мы решили, что когда он окончится, мы сядем с женами на машины и поедем вдоль всех границ Советского Союза и заедем в Афганистан, куда можно, но ничего не получилось. Так что. Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей, а внизу земля Афганистания разлеглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистания разлеглась в квадратиках полей. Но не верь в спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облака тянутся прерывистые встречные огненные трассы дошикам. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы дошикам. И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракетой алой высветя право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракетой алой высветя право на посадку и на жизнь. Ни к чему гадания и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей, и опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. Спасибо. Вот кто успел посмотреть, эта книга называется «Вся целиком. Автомат и гитара». А вот дальше первый раздел называется «Страна Афганистания. На войне, как на войне». И там только один афган. Весь собранный. Новые песни, вы их слышали, но кто-то, может, и не слышал. Я их спою, которые были... Меня же заставили мои администраторы копаться в архиву, дописывать. А это сложно, потому что ощущения не те. Ну, понимаете меня, да? Чего-то забывается, чего-то там.
Но если петь состояние души, то душа-то она вроде как бессмертна, но она как-то там уже по-другому оценивает и сам Афганистан, и все это такое, и остается горькая память о погибших друзьях. И тяжело писать и дописывать то, что написано 30 лет назад. Еще тяжелее 50 лет назад. Я потом вам расскажу и спою, что там было 50 лет назад. А вот эти старые новые песни, ну, тоже спасибо, и вы мне помогли их довести, отлакировать, провести до конца, сделать их как бы приемлемыми. А вообще, вот там у меня рефрен был, я не знаю, не помню, вошел туда или нет в эту книгу. К афганским песням у меня было четверостишье, да? Вы извините, я и стихи буду читать, потому что надо же как-то и рассказать там. Они, может, будут как-то песнями, а может, и не будут. Вот такие. Я хотел. Да, там было написано много чего-то, это было начало всего-навсего, но так было. Я туда вложил смысл, наверное, поймете, в чем смысл. Это первые песни, которые тут были написаны здесь, и после войны сразу, когда тут у нас боевые друзья, мы еще никак не могли расстаться, все в этой радуге, в общем глазе все сидели, собирались каждый божий день, и не могли друг от друга. Вот мы с друзьями, вот пятером как были, так и вот никуда. Ну вот, уцелевшие чудом, мы гордились погибшими. И в случайных девчонок влюблялись всерьез, пели им про войну голосами охрипшими от дешевого спирта и непролитых слез. Я потом подумал, что не надо больше ничего писать из этой песни делать, и это для меня стало как бы вот девизом вот всех афганских песен. Там другие, но я потом прочитаю. То вот теперь я вам хочу песню, которую вы знаете всю ее. Вы знаете их. Это песня первая. А людей 860-й полк знает. Когда ты просыпаешься, выглядываешь на матку, и вокруг тебя горы. А это предгорье Памира. И лазить туда за караванами, на Бахарак куда-то ходить, еще что-то, десантная операция, еще-то, значит, чего-то такое делать. Придется тебе, потому что ни десантуры нет, ни спецназа уже нет. 860-й полк своими батальонами утюжил скалы и даже пустыни, и оазисы, и всей этого. И вот этот вот, когда называется она, эта песня, она называется «Маршрут судьбы». Эта песня называется. Там действительно ничего не понятно. В горах вообще ничего не понятно. Вот есть точка, куда надо долезть, что-то там обнаружишь, там неизвестно. Засада будет, неизвестно, что-то будет, но есть приказ. Надо выполнять. Была в результате желания необъяснимого командира полка 860-го, хотя он был моим другом. И он честный был, порядочный офицер, но надо было думать. Лезть на Бахарак, где никто никого не трогал, там первый батальон, операция погибла. Много Зардевская бойня, кто помнит это, то знает. Там. Так вот, это размышление. Ребята, которые... А что делать? Сиди, кури, сейчас придет приказ, соберемся быстренько и двинемся. Маршрут будет, а чем закончить, ничего не знаем. Но делать надо выполнять. Поэтому такой. Маршрут судьбы. На востоке области туман. Горы занавешены туманом. По горам плетется караван. Нам с тобой идти за караваном. А пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира. Горький военторговский Памир у предгорья горного Памира, где на маршрутах судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршрутах судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. К генералу вызван командир, уточнят маршруты и задачи, а мы сидим, глядим на этот мир. Наш маршрут пока не обозначен, а на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы
Только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Вышел озадаченный комбат. Увеличить требует БКшки, это боекомплект, знаете, да? Орлам, что в воздухе кружат, с высоты он кажется букашкой. Орлы добычу стерегут, им орлам плевать на вертолеты, чьи турбины скоро заревут и поднимут в небо нашу роту. Где на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. И внизу раскинутся поля стеганым лоскутным одеялом. Скудная, но все-таки земля лучше, чем снега за перевалом. Нас вертушки высадят, уйдут, просвистев натуженно винтами. И ребята станут на маршрут к точке где-то там под облаками. И на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Спасибо. Ну, это относительно новая песня, но вы были судьями. Я спою в окончательном варианте эту песню. Еще вот для чего вот эта книга была, чтобы все четко авторское. Можно все, во всяком случае, ввести запрет, забить, забанить все это дело, чтобы никто не уродовал, никакие главпуры, которые никогда не подчинялся. И сейчас, тем более, сейчас есть он, есть. По-другому называется работа там с этим. И все пытаются пятачок во все, но я не связан с армией. Я вообще пенсионер, хоть военный от Министерства обороны, но никому не служу. Имею такое счастье, значит, только вам и России. Вот и все. Вот такая песня. Я почти позабыл все бои и походы, только вот почему-то забыть не могу, как стоят, подпирая небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу, как стоят, подпирая небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Мы карабкались ввысь, как на исповедь к Богу, не прощая грехов ни себе, ни врагу, и глядели на нас молчаливо и строго. Горы в белом снегу, горы в белом снегу, и глядели на нас молчаливо и строго. Горы в белом снегу, горы в белом снегу. Этот снег, что веками лежал на вершинах, где ни троп не сыскать, ни проезжих дорог, покорился ни танком, ни бронемашинам, только стертым подошвам солдатских сапог. Покорился ни танком, ни бронемашинам, только стертым подошвам солдатских сапог. И тогда загорелись огнем перевалы, и от взрывов трещала броня ледников, и в жестоких боях нам земли не хватало, в этом мире огня и холодных снегов. И в жестоких боях нам земли не хватало, в этом море огня и холодных снегов. Я немало ходил
по морям и по сушам, и в чужой стороне, на чужом берегу вспоминал почему-то хребты Гиндукуша, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Вспоминал почему-то хребты Гиндукуша, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Там в больших городах плещет море людское, от потока машин нескончаемый гул. Закрываю глаза, и встают предо мною горы в белом снегу, горы в белом снегу. Закрываю глаза, и встают предо мною горы в белом снегу, горы в белом снегу. Горы в море небес, невозможное чудо, словно в пене волна замерла на бегу. И покуда я жив, никогда не забуду эти горы в снегу, эти горы в снегу. И покуда я жив, никогда не забуду Бадахшанские горы в жемчужном снегу. Спасибо. Вот эта песня. Ну, значит, я с удивлением узнал. Мне Юрий Алексеевич наш замечательный прислал графики какие-то. Ну, там, такие, знаете, как в школе. Там. А я не знал, что это такое, пока не написал. Сначала написал: «Ура, идем на рекорд». Потом написал: «Ура, есть рекорд». Чего, где? Вот чемпионат мира, никакого отношения там тоже. Куда мы там вместе? Оказалось, это песня, вальс 4-го года войны. Он же Европу отслеживает все у нас, Юрий Алексеевич, на всех там авторские песни, он все. Оказалось, что, ну, я уже забыл, когда, но в этом году она заняла по рейтингу первое место. Ну, как я могу вам не спеть, если она там... Замечательная песня, на мой взгляд. Я сам себя похвалю. Нет, не я, это он сказал. Вообще-то с песнями надо вот... Чего еще, почему эта песня, вот этот текст написан? Вот Ольга Алексеевна, она же выискивает все в интернете. Чего хочешь, может найти. Все, любого установить, найти, и тут же... Значит, и мой брат там в Мюнхене названный, он сказал: надо же, а ведь этот кадровый сотрудник этого сам ЦРУ. Надо же, 2 месяца искал я чего-то там в интернете, нашла за 2 дня. Так что вот он вот с ее помощью увидел, что, оказывается, кто-то прислал, кто-то в Японии ее поет. Кто-то из Казани, но поет в Японии. Из Казани, да? Из Харькова, но поет в Японии эту там песню какую-то. Ну надо же. Что в Германии поют, я знаю, что поют в этот самый. В Америке я знаю, потому что рукопись туда отдавал, в Германии. Там брат сидит. Вот эти книжки, вот эти вот, он сразу себе заказал. Одну ему, другой профессор истории сидит, там замечательный мой друг Иван Иванович. И говорит: куда? Он говорит, брат говорит: национальную библиотеку США. И говорит: зачем? Он говорит: надо, там есть большой русский отдел, надо туда, Иван Иванович отправит. Ну, ладно, еще где, еще чего надо. Ушла туда книга тоже. Зачем? Ну, не важно. Это же там. Зачем супостатам эти вот песни? Ну, не важно. Пусть читают. Знают, что нас санкциями не взять. Да мы лучше революцию устроим, чем согнемся под санкциями. Новый 17-й год. Вот. Че нам? Мы такие же, да? Мы же такие же. Нам то, что нигде нельзя и нельзя, но нам все можно просто так, для интереса. Так что вот эта песня, значит. Да, были живы все еще. Вся эскадрилья была жива. Опять же, это 4-й год войны. Он только начался еще. При нашем непосредственном участии. Мы вокруг елки все пьянствовали, гуляли, потом заснули. Ну, проснулся где-то ранним утром, смотрю, надо мной стоит дух какой-то с бородой, с челмой, с кремневым ружьем. Инжибьёнг, он меня орёт там, значит. Сюда, подъем. Я
Думаю, пистолет. Я сдал же я все. А это по кличке Гиви Вовка Соловьев из эскадрильи. Кличка Гиви почему-то была. Он надел на себя парашют. Он нашел где-то, приклеил бороду из мочалки, замотал полотенцем каким-то голову. Рожа и так была загоревшая, он еще чем-то подкрасил ее. Камультук трофейный, такой однозарядный, кремневый у него в руках. Она он повесил, а на шею новые им выдали летные ботинки только. Он повесил на шею. И в этом виде стал меня, мол, вставай. На фотографии мы вместе. В фотографии стоит рядом Вадим, который потом погиб. Капитоныч, капитонов Саш, который был там. Ну, вся эскадрилья. Ну, вы знаете, он рассказал, у капитонов и Коля Комиссаров тогда полеты были отменены, и туман еще такой-то, ну, уже... Наши всегда делают то, что никому в голову не придет. Он взял да полетел с раненым лейтенантом или капитаном. Отвез. А у него день рождения был 31-го капитана. Отвез, он полетел, отвезли туда. Они его комиссар, капитана и лейтенанта раненого сдали. Там выпили за день рождения, вернули свой забат. Уже как так уже лежали, и под утро все продолжали веселье. Так вот... А вертолетчик... Звали его Леша, я не помню, как его, в эскадрилии. Значит, ну и песня там была у них замечательная. Он играл на гитаре, хорошая песня. Сейчас помню. Знали наизусть. Нет, первая песня-то была, они все пели, это у них была строевая песня. Четыре человека выпивали, забыв про все дела. Они и выпивали, и летали. Им комната кабиной была. И капитан, над рюмкой склонившись, и малую звездочку в бокал, а завтра он отдаст ее 6 синишки. Ведь летчики не носят ордена, на летном поле звания равны, на летном поле мало козыряют. Нам, а в воздухе погоны не нужны, у летчиков и маршалы летают. Вот это была песня. А вторая песня, лирическая, она эстрадная. Та-ра-там, па-па-па-па-па-пам, па-па-пам, па-па-па-пам, у беды глаза зеленые. Изумительно пел, это вот тот самый уставший вертолетчик. Фамилию я не помню. Он играл, пел на гитаре. Не слышен, невесом кружится снег над крышей, затянут в облака полночный небосвод. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его уходит старый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Что было в том году? Дороги, да дороги, да скрежет на зубах горячего песка, да новые друзья, да старые тревоги, да мины под ногой, да пули у виска, да новые друзья, да старые тревоги, да мины под ногой, да пули у виска. Везде гитару снял усталый вертолетчик, настроил в унисон с аккордами души, и добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил, и добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. Плывет, качаясь, вальс над древними горами, не слушая войны, не ведая границ, мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву любимыми глазами,
пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, но нет в звуках фальши. Кончающийся год не зарастет бельем. Играй, пилот, играй про то, что будет дальше. А мы тебе сейчас негромко подпоем. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Не слышен, невесом кружится снег над крышей, затянут в облака полночный небосвод. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив приходит Новый год. Начато писать давным-давно. Потом я понял, думаю, ну чего тогда? Надо объяснять. Вам не надо, что такое линия Дюранда или Дюра де Мортимера. Никто не знает. Кто знает, что такое Афганистан и что такое Сирия, которая вот так из клочков. Это все англичане. И премьер-министр взял и вот так намахал, значит, и все посчитали. Забыли сказать, что попытка англичан дважды проваривалась, они хотели там Афганистан, Пуштунистан разбить еще два. И чтобы знали, там, и про Сирию тоже. Но в 20-м году Советский Союз подписал договор с Аманулло-Шахом, один там Афганистана, и ввел туда войска. Пишут, что он вонял, ввел целую дивизию чекистов, переодетые во что-то-то. Неважно, этого хватило, чтобы англичане отказались от третьей попытки. А так две битвы при Майванде, и мои предшественники, командиры, много чего оставшие от англичан, как сувениры оттуда увезли, из дворцов Амина, и у нас в Балашихе все это хранится в музее. Хранилось, по крайней мере, и пушки горные, английские, и ручки от дверей золоченые. Ну, все, что можно. И древние сабли железные, это мой зам по диверсиям. Где-то такую саблю из чистого железа сделанную. Так, представляете, и натуральный 12 век какой-то. Назывался «На победу», кто-то прочитал. А потом отобрали и запретили через границу везти в пользу Афганистана и культурных ценностей, забрали все это дело. Вот. Песня написана позднее. Но мы и были там, за хребтом Гиндукуша, а везде так, слева, справа и внизу. И это все линии, начертанные Мортимером, премьер-министром Великобритании Мортимером. А, да сюда и положи. Да выкинь ты нафиг, так, на носу еще держишься пока. Это же картошка, там все никуда не убежит. Ладно, вот так тогда, ладно. Да ладно, я почти сел. Ага, да, стихи, спасибо. Спасибо. За линией Дюранда не утихает гром. Там ни свинца, ни жизни, ни жалея. Гремит война афганская в горах и в доме том. Рассвет встает кроваво пламенея. За линией Дюранда кончается судьба и снова начинается с Кабула.
Там соль на наших спинах и пепел на губах, и солнце, обжигающее скулы. А ты не торопись, удел оплакать мой, читая между строчками в газете. А ты меня ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. А ты меня ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. За линией Дюранта и другие враги смешались беспощадные этой драке. Ревут бронемашины, грохочут сапоги, и сердце бьется ритмами атаки. За линией Дюранта мы старше на 100 лет, здесь волосы седые не в новинку. На тропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. На тропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. Мы сами разберем, кто трус, а кто герой, кто прав и кто не прав, и что кто в ответе. А ты меня ищи по почте полевой и знай, что я живу еще на свете. А ты меня ищи по почте полевой и знай, что я живу еще на свете. За линией Дюранта все проще и мудрей, здесь за чины не выторгаешь славу. И братство по оружию религии своей мы выбираем здесь не по усталу. За линией Дюранта для смерти нет преград, но ты не верь, но ты меня послушай. Со мною локоть друга и верный автомат, и я не пропаду за гиндукушем. Со мною локоть друга и верный автомат, и я не пропаду за гиндукушем. И ты не торопись, удел оплакать мой, читая между строчками в газете. Ищи меня, ищи по почте полевой и знай, что я живу еще на свете. Ищи меня, ищи по почте полевой и знай, что я живу еще на свете. Стихи, которые... Спасибо, что приняли их в печать и напечатали. Другие не принимали. Вот из-за этого. Я сейчас прочитаю кое-чего вам здесь, да? Нужно наш замечательный друг и товарищ теперь, вот ему еще раз низкая квала, он ничего не спрашивал, он взял, прочитал все и взял, все напечатал. Ну, давайте. Мы вышли из возраста... Так. Мы вышли из возраста, брат, когда верят в правдивость слов. Слова не значат, брат, ни черта в стране глупцов и лжецов. Они нас снова пошлют на бой, как гонят на бойню скот, и каждый павший будет герой, а выживший наоборот. Снова дадут тебе автомат и скажут, кого стрелять. И снова встанет на брата брат, обоих отплачет мать. Вернешься на родину, словно гость незваный. Встречай, страна, и бросят тебе, как собаке, кость, медали и ордена. На грудь повесят значок пустой и скажут, гордись, носи. И скажут, радуйся, что живой, а большего не проси. А вера с надеждой останутся гнить на том берегу реки, где родину нас учили любить, как это ни странно, враги. Года с 87-го да, по 91-й. Вот я в составе групп «Шурави» или моя группа «Специальное значение» была, или просто так разъезжал по всей стране, везде. Ну, от Кенигсберга до Сахалина. Там Кунашир, Туруп, там все вот это вот. В Кушке я не был, но в Термезе, да, считаю, что это южный для меня. Но зато был на севере, в поселке Мирный, за Полярным кругом. И встречался с афганцами. Удивительными людьми, разного возраста, разных чинов и званий. И вот здесь, когда я стал пирать, нашел записки. Он капитан. Я не знаю, это было очень давно. Я не помню, даже в начале этого века или в конце прошлого. У меня было хорошее настроение. Вышли серия... Нет, в прошлом году.
серия кассет, она называлась «Сербский романс». Мне, значит, конечно, гонорары целые штук 20 дали, там, я понес домой, по пути раздавая всем знакомым. А вот тут церковь, тогда еще не было церкви, Мартыны, как ее, Матроны, да? Там еще не было, там обломки монастыря были, там, ну там сидели и сидели. Двое пьяных мужиков, лет за 40 таким, ну, я его запределил, на самом деле, может, и меньше был, но они пьяные были, они... Не было третьего, а я такой пошел, бутылку купил, эту, но там я не про то. Выпили мы с ним, и один был афганец, он мне рассказал. Он много прошел горячих точек, но дольше всего он сидел в Афганистане. Он был капитаном, и никогда он не стал майором, потому что был неуживчив с начальством, не умел лизать сапоги, солдаты его любили, обожали. Он никогда не сдавал своих солдат, то он рассказывал. Но какая же ему академия, капитанов не очень туда, и он там... Ну, и все, и уволился он, в конце концов, уволили. Пьет, сидит с друзьями, но он пил и не пьянел. Он седой какой был, конечно. Историю я изложил коротко. Вот про эту грустную историю. По-моему, прошу, я пел один раз, ну ладно. Коротенькая. Как и вся его личная жизнь, то есть вообще никакой. Военные длинные, а личные просто мирные. В час, когда осенние туманы бродят у раскрытого окна, загрустилось что-то капитану, вспомнилась афганская война. Загрустилось что-то капитану, вспомнилась афганская война. 8 лет ветра его носили по дорогам горной стороны. Вот и возвратился он в Россию, ни друзей, ни дома, ни жены. Вот и возвратился он в Россию, ни друзей, ни дома, ни жены. Старый друг погиб под Файзабатом, новых заводить остыла кровь. 5 ночей с сестрой из медсанбата, вся его случайная любовь. 5 ночей с сестрой из медсанбата, вся его военная любовь. В позабытых богом гарнизонах он тоске сдается без борьбы. 8 звезд на стареньких погонах, вот и вся галактика судьбы. 8 звезд на стареньких погонах, вот и вся галактика судьбы. Она показательна, мне кажется, эта песня. Судьба у многих. Спасибо. Я не знаю, жив ли нет, но я знаю много из афганцев и офицеров. Кто спился, кто на наркотиках, кто-то на разборках 90-х погиб. Там... А Родине мы нужны, мы всегда и будем нужны. До самой нашей смерти, нашего рождения. Мы не нужны правительствам, не нужны олигархам. Ну, ЖКХ только с нас брать. Но вот эти люди. А сколько друзей у меня в иностранный легион уехало? Из Вымпела в том числе. Потому что здесь не нужны профессиональные диверсанты, профессиональные воины, стрелки в чужих странах. В иностранный легион. А царевы вуки, царские волки, в Сербии воевали, царские волки звали наших добровольцев. И они по всему миру, как всегда было, и всегда. Посмотрите, 17 век начал. Америку эту чертову спасли. Но истории есть, просто в школах не преподают. Флот был, и гвардейцев послали туда, здоровущих 2-метровых. Царь послал, и все. И Испания захлопнулась, только Куба и осталась, ну и из Кубы потом ее выгнали, конечно. Кто бы без нашей помощи, это Америка. Сейчас она выросла. Весь мир на костях солдат наших, русских. От Африки до Японии. И вот здесь, вот таких надо бы, знаете, не проворовавшимся киндер-сюрпризом героев выручать. И не футболистам, которые, знаете, просрали все вот это дело, всех чемпионы делать их. И уж не тренера такого. В 1/8, молодцы, надо же, господи. Вот эти люди, они готовы жить, сражаться, без семьи, без дома, за родину, за родину. И больше ни за кого,
ни за партию, ни за правительство. Но таких уже не делают почти. Нет, делают, я знаю много лично, они здесь есть. Но это старые наши имперской, советской закалки, сделаны вот как голова. Броня, непробиваемая ничем. Как в той песне у меня есть. Мы закрыли броней перевалы, первоклассной русской броней. Тоже афганская. Так вот, но в политику я не хотел влезать, просто эта песня, надо же про нее историю рассказать как-то. Ну, так, стихи. Ну, это мои ощущения, так сказать. Это я уже не лирический герой, а лично я. Деревенская тоска. Это еще не совсем деревенская. Это... За окном гудит метель, ветер ставни рвет с петель, заметает все пути, ни проехать, ни пройти. Доехать мне куда? Не одеваться некуда. Ничего я не хочу. Водкой груз тоску лечу. За спиной три войны. Виноват и без вины в том, что не погиб в бою, за погибших третий пью. Не берет меня дурман. Не дрожит в руке стаган. Да все в порядке у меня. 23 февраля. Так. Еще какая-то песня. А, да, две. Перевал Карамунжон. Значит, мне тут брат мой в Мюнхене искал полгода. Где этот Карамунжон? Нашел, похожее в Монголии. Я говорю, ребята, ну так произносилось. Вот скажи, да, мы все, вот 860-го есть там горы. Он читается, да, в русском там, Куроно дефис, О дефис, Мунжон. Но местные на фарси, на даре, они говорят, Карамунжон. Все. И вот меня пытали, значит, почему там не так написал. Ну вот спросите, там, пишите, как на карте генштаба, а местные только так называли. Ну, значит, вот такой вот. Два их этих самых перевала Карамунжон. Первое. Дыра, много гор и высоких перевалов, среди них Карамунжон. Лазурита там навалом, а еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов, вашу мать. А еще басмачи, нам их надо выбивать, басмачи афганов, вашу мать. Там душманский отряд под командой у Гулдода, а у них говорят, да шака и минометы, только нам, парванист, нам на это наплевать, да шака афгана, вашу мать. Только нам, парванист, нам на это наплевать, да шака афгана, вашу мать. Вот ракета пошла, начинаем мы работу, лезем прямо с борта под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою афгана мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою афгана мать. Нас рассвет застает, запыленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем запавших. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою афгана мать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою афгана мать. И вернувшись домой, чтоб не все было забыто, мы захватим с собой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать: лазурит твою афгана мать. Чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать: их лазурит твою афгана мать. И второй. Это посерьезнее. И тут песня. Перевал Карамунжон, не ищи на карте мира, на двухсотке он пунктиром тонким дан.
Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Карамунжон, лазуритовые шахты, караванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастные и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон горы древние на вахте, безучастные и к другу, и к врагу. Перевал Карамунжон, здесь веками тихо-тихо облака катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Здесь мы лезли на рожон, и рассерженно и дико эхо вторило раскатом АКС. Говорят, познай себя, мы познали много больше, жизнь оценивая заново свою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Что судьбы бывает нить, самой тонкой нити тоньше, и что счастье добывается в бою. Были звания, ордена, были звезды на погонах, но ни этим не забудется Афган. Сколько там осталось нас на камнях Карамунжона, столько в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас на камнях Карамунжона, столько в памяти невылеченных ран. Перевал Карамунжон, нищий на карте мира, на двухсотке он пунктиром тонким дан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло зимовать на сопредельный Пакистан. У нее есть предисловие, я иногда пою как песня, она с предисловием. Мне кажется, поскольку здесь стихи пока только одни песни, да я вам с предисловием, они вместе. Кто песню Пули слышал хоть бы раз, поймет, спросите каждого из нас, что в мире нет прекраснее напева, когда она сторонкой пролетела. Свою ты не услышишь никогда. Бесшумно, как падучая звезда с последним ощущением тревоги, она тебя отыщет среди многих. А потому под пулями не гнись, не удлинишь таким маневром жизнь, а надо просто двигаться вперед, сомкнуть ряды, и кто-нибудь дойдет. Вот она, песня Пули, собственно. Бредит песнями земля, от ручья до соловья. Композиторы в идеях утонули, но однажды вышел друг нам почувствовать на слух песню Пули, песню Пули. Но однажды вышел друг нам почувствовать на слух песню Пули, песню Пули. Мы узнали, старина, как умеет петь война в Кандагаре, в Бадахшане и в Кабуле. Под аккорд 5.45 смерть выходит исполнять песню Пули, песню Пули. Под аккорд 5.45 смерть выходит исполнять песню Пули, песню Пули. Рикошети от земли, пули прыгают в пыли, вон фонтанчики кому-то потянулись. Недолет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню Пули, песню Пули. Недолет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню Пули, песню Пули. Было дело, бой гремел, каждый честен был и смел, там они дрогнули и вспять не повернули, ни за деньги, ни за страх. Вот и слышим мы во снах песню Пули, песню Пули. Ни за деньги, ни за страх, вот и слышим мы во снах песню Пули, песню Пули. Эта песня была написана
между вторым и третьим заездом в Афганистан. Она называется «15 человек». Потом, после 91 года, я придумал там к ней продолжение. Но злость тогда просто, не за себя. У меня вроде все нормально, все там по нулям, и семья сытая, здоровая, я тоже там. Но я видел других, в деревне родной вин. Афганцев было много, сейчас перемерли, попало много очень. Что происходило здесь? Когда неизвестные никому люди становились героями, вопрос, за что? А тот, кто не стал героем, мы знаем, почему он герой, а он все равно не стал. По разнарядке, я это видел. Видел и знаю многих людей. Кто-то решил, что он теперь может людей учить. Ни за что получил герой Советского Союза, которого уже когда уже не было Советского Союза. Он теперь батюшка, миссионер в Кыргызстане. Креста на нем нет, но герой висит Советского Союза. А чем он рассказывает? Еще песни поет. Ладно, не буду называть имена, обещал не называть, и не надо. Пятнадцать человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Короток был приказ, куда ж еще короче, нам топать предстоит почти что в Пакистан. И выйдя на рубеж, к исходу этой ночи с налета захватить с оружием караван. Нам комполка сказал, что будут нам награды и тем, кто не дошел, и тем, кто уцелел. А замполит сказал: я верю вам, ребята, но почему-то сам идти не захотел. И вот четвертый час утюжим эти скалы, полночи позади, и главное успеть. А где-то там вдали, за синим перевалом, полсотни басмачей торопятся на смерть. А они заплатят нам за взорванные школы, за слезы матерей, за выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру устроим отходняк. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Продолжение. Не помню, в 90 ли... Война кончилась, 3 года прошло. Начался то, что у нас называется перестройка. Я просто не устаю писать везде. А ребята, ветераны, друзья мои, женщины, а не кажется ли вам иногда, или у меня в штатике заряли, что мы афганскую войну притащили сюда, и в 90-х году, всего 2 года спустя, началась эта дрянь, которая сейчас происходит. И войны начались, которых никогда не было. А ошибку мы повторяем. Нам не надо влезать в чужие гражданские войны. Пусть друг друга режут. Не русской кровью должна быть полита. И так вся земля уже в наш край выйдет. Но это опять политика, я обещал. Так, продолжение песни «15 человек». Ну вот теперь 15 человек. Сергей Кузнецов, хороший мой друг, он тоже автор-исполнитель песен, замечательных там песен, выступает. Вот один из групп, Сергей Шавров, здесь присутствует, друг еще мой также старинный. Да? Тогда эта песня посвящена ему. Ну, там будут слова, поймете почему, потому что он водителем был в Афганистане. Да? Боевые водители. У меня несколько песен написано боевым водителем, шофером Афганистана. Это тоже кровь войны. И наливники, и машины с продовольствием, с этим. Ну вот. И закончилась война. Да здравствует гражданка. Героем всех времен кого-то назовут. А ты давай крути, верти свою баранку и жди, когда опять на бойню призовут. А ты опять давай, крути свою баранку и жди, когда опять на бойню позовут. А те, кто за тебя судили и рядили, кто за твоей спиной разваливал страну,
заявят там тебя, напрасно не добили. Так вот тебе приказ на новую войну. И снова как тогда полезем мы по скалам, и снова как тогда попробуем успеть. А новый комполка получит генерала, а красный замполит успеет побелеть. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Ладно, эта песня тоже, только потому, что никогда я не любил ее петь. Вот заставили меня. Ненавидит ее, и я тоже не люблю. Нет, не мою супругу, которая ее ненавидит, а эту песню, которую написал. Вот она здесь сидит, вот, 43 года, привыкла ко всему. Да-да, привет, Оля. Привет, Ольга Алексеевна. Ольга Леонидовна Морозова. Алексеевна, буду. Привет. Прости, что я не добежал. Нет, я добежал, все нормально. Видишь, живой. Жив, благодаря ее хлопотам и жив я до сих пор. Там, не дает спокойно поспать. То таблеток, то уколы. Ужас, ужас ходячий. Но я ее люблю все равно. Там, а, это не эту. Тут тоже связано. Такая забавная история. Вот. А вы увидите дальше, когда в книге найдете, там увидите песни, да? Значит, там некоторые, значит, 65-го по нынешнее время написаны песни. Одни, которые, как говорит Верстаков, детсадовские, я старался нет. Или как-то там модернизировать под наш текущий, под 21 век. Ну вот одну для примера я убрал, вычеркнул ее просто отсюда. Ну вот такая. Это смешно, да, что вдумайтесь, что, какую чушь я писал, да, будучи студентом, начальник 4-го курса. От меня ушла девочка. Я любил эту девочку. Она... А? Микрофон. От меня девушка ушла на 4-м курсе. Ушла к другому, к другу моему. Ну, ушла и ушла. Но жуткое расстройство. Ведь надо уже к диплому готовиться и там в армию поехать. И вот. Ну, а что делать? Стихи. Слушайтесь. 23. Я еще не старый. А чего же так хочется вдруг разломать на куски гитару и к чертям разогнать подруг? Вот самое интересное дальше. Не прошло и полгода, как я познакомился с замечательной девушкой, влюбился насмерть. И вот 43 года она меня терпит. Вот. То есть гитару ломать не стал. Оказался совсем не старым. Оказался совсем не старым, потому что мы с ней нарожали двух близнецов, которые вот через неделю будет, да, по 43 года, виноват по 42, забыл, да. Жениться не хотят, но если у кого-то есть невесты, дочери или внучки молодые, ну, милости просим, вот они такие нормальные, с высшим образованием, два капитана запаса уже, так что они, но жениться в принципе не хотят. Я говорю, если мы с мамой тогда не поженились, вам бы, орлы мои, вообще на свете вас бы не было, думаешь, никогда. Но неважно. Вот. И вот эта песня, ну, понимаешь, студенческая, 23 еще не старый, да? 67 еще старым не считай, и вообще нету. У женщин вообще нет возраста, а я-то себя нормально себя чувствую там. Уже там. Как, чем я... Как я измерял там старость, не старость? Я вчера обиделся. Вчера звонят, ну я взял телефон, трубку московского, нашего, городского телефона. Городского телефона звонят, тот настойчиво схватил. Нежный женский голос. Потом я дознал, что Вика зовут. Виктория, красивое имя. Ты еще вопрос мне задала в связи с выборами предстоящего. В мэрию города, в депутатские советы, во все. Но я знаю, что это за чушь все вот это вот, да? 10 вопросов дают, она там ставит «да, нет, да, нет, да, нет». Значит, ваш возраст, вас, сначала ваш, ну зачем буду говорить, иному? Ваш доход вашей семьи, сколько человек, 4 человека. Давайте, говорите «да» или «нет», от 1500 до 3.
Да я на помойке больше набрал бы, если бомжом был, да кто там пойдет, помойки не выкинешь там. Потом, с 3 до 5, пенсия какая-то, для 7. Потом, ну скажите, какую? Ну я подумал, что-то такое среднее. От 40 до 60, точнее не скажу, там на все 4. Значит. Ладно. Дальше, кого вы выбрали в депутаты? Называют Навального, куча из яблок, еще там. Я говорю, милая моя, вы просто... Мне, говорит, нужно для заполнения анкеты. За кого проголосовали? Да ничего, ни за кого. Я говорю, ни вообще не голосую ни за кого. Уже много-много лет, с прошлого века. Я не знаю, за каких этих людей вообще. Чего они сделали-то? У них программы, у них платформы. Не читал я. А потом я знаю. И вот она меня пытала полчаса. Я все выпытал, узнал. Сначала 10 вопросов, потом 4, потом 2, потом 1. Это хитрость вот такая, это социология. Но я так ей мозги запудрил, что там, кто будет читать анкету, решит, что я идиот. Но там меня убило. Вы пожилой возраст или молодой? Я поскромничал, и мне сказали, пожилой? Пожилой какой? Лет 50. Господи, я говорю, 50 пожилой? Если пенсия в 65 там теперь, то это что? Она далтонит, и сказали, она И много-много смешных. Я уже старался быть серьезным, но тут интереснейшие вещи узнаешь, когда смотришь просто в окно, вниз. На эту скопище машину, и нежный женский голос всякую ерунду там спрашивает тебе. Ой, а какую чушь по телевизору? Это же надо же, вот рассказывают сказки. А? Время, да, время. Так, да, вот это. Да. А у вас есть возможность купить холодильник, телевизор, стиральную машину? Или не хватает средств? Что же сказать? Ну все есть, больше не надо, чем все. Все работает, все давно есть, все работает нормально. А что сломалось, уже выкинули давно, сдали металлолом. Чего эти дури отвечать-то? Понимаешь, что не виновата? Ну ладно. Прости, что я не добежал до вражеского дзота. За 100 шагов прицел попал чужого пулемета. Прости за то, что в том бою не думал о тебе. В чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле. Я жизнь любил, как никогда, в походах ли в атаках. Моя звезда, твоя беда, поправка к зодиаку. Прости за лучшие года, возможные с другим. Прости за то, что никогда никто не повторим. А тот студент, соперник мой, очкарик книгачей. Прости его, что он живой, а я уже ничей. Не доискаться до причин и смысла бытия. Прости, что первенец твой сын похож не на меня. Когда придут мои друзья, покоятся за брата. Прости их, нежная моя, они не виноваты. Что не спасли, не сберегли, поверь, не их вина. Они свершили, что могли, но верх взяла война. Но и шеренги с ними я под пулями душман. Ходил в атаки за тебя в стране Афганистан. И свято верил в тот народ, который защищал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Так. Последнюю и пойдем курить. Да? 15 минут. Так, я вижу, пришел наш постоянный. Послал в разведку сына, пришел сам. Для него песня. И для всех ребят из 860-го отдельного мотострелкового полка, который в тяжелых условиях по горам пришел в Афганистан и встал там на смерть в провинции Бадахшан. И уходил одним из последних, но в 88 году.
Гордо нас зовут мотопехота. Здесь это товарищи Мура. Мотом и в горах до поворота, а за поворотом пехтура. Эх, пехота, матушка пехота, черт побрал бы этот поворот. У гор шли была почти что рота, с гор спустились стал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Где карниз, который подведет? Кто тебя на родине помянет? И какие песни пропоет? Эх, пехота, матушка пехота, тяжелы погоны на плечах, в бой идем как будто на работу, не дай бог вернуться в цинкачах. В бой идем как будто на работу, не дай бог вернуться в цинкачах. Корабли, а может самолеты, куда надо высадят десант, если только летная погода, если не бушует океан. А пехоте, матушке пехоте, на шторма и бури наплевать, для пехоты нет плохой погоды, всякая погода благодать, хитрёна мать. Для пехоты нет плохой погоды, всякая погода благодать. Так давайте выпьем за пехоту, грозную владычицу полей, за ее нелегкую работу, за ее стальных мотоконей, за ее нелегкую работу, за ее стальных мотоконей. Но выпить не получилось, потому что БМП взревели по тревоге. Эх, опять вся водка пусом, кто-то там нуждается в подмоге. Ну давай, водила, по газам. Спасибо. Зал удивительную песню прислали мне на выводе, 88-й год. 860-го полка. Я не знаю, фамилию не запомнил. А, подожди, или пойдем покурим. Давайте покурим, да? Все, покурим, а потом продолжим, ладно?